Дорогие друзья, рада вас приветствовать! Наступило жаркое, солнечное лето. Лето – любимая пора и взрослых, и детей. Летом можно купаться, загорать, ловить рыбу, кататься на велосипеде и роликах. А еще лето – замечательное время для путешествий. Когда-то давно из Венеции в город Виченца на дилижансе путешествовал итальянский композитор Антонио Вивальди. Это была не первая поездка Антонио за пределы родного города. Но, говорят, именно она наполнила его впечатлениями от красивых пейзажей, мелькающих за окном. Вивальди был очень популярен в Италии как виртуозный скрипач, и такие путешествия стали для него довольно частыми. Любоваться природой он теперь мог в разное время года. Вероятно, это и подтолкнуло Антонио к идее всю эту красоту изобразить музыкальными звуками. Свои впечатления он решил воплотить в 4 композициях, соответствующих временам года – осень, зима, весна и, конечно же, лето. Так появился цикл концертов для скрипки с оркестром «Времена года». Первый раздел концерта «Лето» посвящен жарким июньским дням. Так описывает это сам композитор. В полях лениво стадо бродит. От тяжкого, удушливого зноя страдает, сохнет все в природе, томится жаждой все живое. Своей музыкой Вивальди нарисовал нам картину жаркого, знойного полдня. Ну а что произошло в природе потом и как передал нам это композитор, вы скоро узнаете.